В это воскресенье, 28 июля, отмечается День крещения Руси и День памяти святого равноапостольного князя Владимира. Князь Владимир Святославич, внук великой княгини Ольги, жил и правил на рубеже X-XI веков. Крестился в 988 году. Эта дата считается официальным началом крещения Руси. После принятия христианства Владимир отменил смертную казнь и даже не хотел наказывать преступников. Еще при жизни его стали называть «Красное солнышко» за его заботу о народе. Княжеский двор был всегда открыт для бедных и нуждающихся. Владимир раздавал людям еду, одежду, деньги, выкупал из кабалы должников, невольникам и пленным возвращал свободу. Эпоха святого равноапостольного князя Владимира стала ключевым периодом для государственного становления Руси. Принятие христианства способствовало национальной консолидации и развитию культуры. И сегодня День крещения Руси – это день единения вокруг традиций и святынь. Это праздник, когда мы вспоминаем свои корни, свое прошлое, благодаря которому сможем создать сильное государство и обеспечить будущее своим детям. В мае 2010 года этот день был внесен в список государственных памятных дат, после того, как патриарх Алексий II предложил это сделать от имени Архиерейского собора Русской Православной Церкви.